Так, в общем, у меня какие-то глюки. Ровно через 14 минут или 14,5 минут мне нахрен этот эмулятор крашится, вылетает и запись рушится. Сейчас попробовал в настройках от странного эмулятора покопаться. Может, поможет. Убрал ускорение. Вот. Это, короче, самый лучший Спайдермен, да? Который когда только выходил, Спайдермен Ультимейт. Тут и графика... Огрок, блять. Графика приятная. И вообще все это новое, переделано. Вот Ультимейт это переделка полная, да, там, для педофилов нарисовано. Ой, что это такое, а? Что это пошло, а? За дерьмо, а? Что за глюки сраные, а? Блять, какой кошмар, а? Чё это, сука, ну вот вам PlayStation 2 говно. Какое. Прям какие-то, сука, как на Динди, я не знаю, эти спрайты какие-то полезли. Так. Похоже, не поиграем больше. Похоже, не поиграем. Придется покопаться еще в настройках. Так, у меня от этого дерьма чуть не сгорела видеокарта. Не знаю, сейчас запустится. Копался в этих настройках, а вообще у меня глюки. Игра зависает стабильно. После 14 минут игры, точнее весь эмулятор вылетает нахрен. Ой, как быстро. А вот сейчас, наверное, начнется жуть полная. Так. Каким образом тут русские? Это, видимо, все пиратское, да? Комиксы они. Вот, знаете, как круто даже заставки сделаны. Вот чем офигенно. Это самая крутая игра про Спайдермена. Тут, короче, и нарисовано, как комикс, чисто самый крутой соушейдинг, да, и при этом еще в 3D-модели вставлены, да, из игры, причем в реальном времени обрабатано, похоже. Хотя нет, не в реальном, потому что быстро, скорее всего, видеоролик записан, но все равно на движке. И вообще, это единое целое, все в одной игре сливается, как живой комикс. И Spider-Man Ultimate — это самый крутой Spider-Man. Ой... Ой! Что это за херня пошла? Это, знаете, глюки, и вот оно, PlayStation 2. На Xbox все нормально работает. А на PlayStation 1 вот лезут какие-то спрайты дендевые. Как будто на денде эту игру портировали. Ну, это жуть вообще. И, короче, сюжет тут вообще супер. Сразу вообще начинается, тут типа туториал, да, сразу босса бьешь. Тут, короче, Spider-Man Ultimate — это одна из самых последних реинкарнаций, типа. Их вообще до хрена всего наделали, это там, ну сами знаете, там, ну говна до хрена, там и в будущем это Spider-Man, и педофил Spider-Man, блять. И тут, блять, и наоборот, то есть вообще... Сука, что только не придумали. А тут они все переделали полностью, да? В Spider-Man Ultimate, это отдельные комиксы, по ним все сделано. То есть теперь он вообще паутину не пускает, Веном, да? И вообще накачанный весь. И он не из космоса пришел, да? А его там в лаборатории сделали. Там эту хрень, чернила эти. Тут как бы там все до этого было устарелое, да? Ну, древние, да, технологий таких не было, генной инженерии, там вообще все супергерои дебильные были, либо там под ядерную бомбу какую-то попадали, либо какую-то сыворотку жрали, либо еще какое-то излучение там получали и становились ебанутыми, да? Тут, типа, тут они осовременивают, да? И они также со всеми остальными, собственно, и делают. Вот, блядь, с Iron Man'ом тоже сделали, вот. Совсем недавно, причем. Ну там в 3D мультфильм. Я не знаю, даже есть комикс. Вот, типа надо выбираться. Чё жать, какие кнопки? Похоже... Все, выбираемся отсюда. Все, еле выбрались. Причем так сделано, да, как не нажимай, все равно хуёво будет, да? Посмотрите, какая сложная игра, что даже эмулируется с большим трудом. И весь селшейдинг тут не показывается. Сука, дерьмище, а. Ой.
Надеюсь, его убьют и начнется нормальный открытый уровень. Так, повторить. И сейчас заново все. Надеюсь, будет с того места, как он из жопы вылезает, так, как я и подумал. Как из жопы вылезает, вот. Так, и... Так. Параша. То есть, его, и вообще ему тут, блядь, лет 12, этой мрази теперь уже. То есть, все переделали, да, и теперь там вот этот носорог, да, и не просто какой-то жирная мразь, да, в костюме носорога, а это... А в этом роботе, да, карлик какой-то сидит и тому подобное. Ну, эти все вообще в дендевых текстурах. PlayStation 2, хули. А сейчас они наоборот теперь делают, да? Теперь уже и это всех заебало, так они наоборот возвращаются к старому Спайдермену. И вот эти фильмы, фильмецы пошли, да, вот эти вот. Amazing Spider-Man, да, там, где там все вообще по-старому. Но все равно по-новому одновременно, потому что новые технологии, сука, тоже эти мутации, ну там, блядь, ну враги-то старые, и все в лагах вообще, вот на PlayStation 2, нахуй. Там, в принципе, так и работает, смотрите на эту рожу, а. Тут вот тут в игре реально соушейдинг, да? А не то говно, какое, которое вот, блядь, в этом Left 4 Dead или что там, Ходячие мертвецы, там вот просто перерисовали текстуры, да? Текстуры нарисовали, да, вот в это самое, и вот типа соушейдинг, как будто, а на самом деле, это нихуя не соушейдинг, когда вот прям вот как мультфильм, вот тут это особенно видно, рисуется, то даже и глюки поэтому, да, то есть прям отрисовываются эти линии, вот эти, блядь, как будто их рисовали тушью, и заливаются, как бы одним цветом, да, и одновременно вот эта тень идет, сука, этот градиент сраный, фотошоповский, тоже рендится. Причем по принципу фотошопа того же и рендерится, то есть при этом полигонов тут много и не надо. Но тут вот видели, да, вот заставка, да, и бац, идет на движке уже то же самое. Это на сраный PlayStation 2, да. И какой-то живой комикс получается на вшивый, да, PlayStation эти лазием. Сука. И даже эти дома убогими не выглядят, потому что типа как будто так и надо нарисованные. Они в комиксе есть такие. Их вообще в комиксах, да, не любят они местность все это рисовать. Вообще фаны обычно не рисуют, очень редко рисуют. Потому что это очень сложно нарисовать эти ссаные фаны. Эти ебало там, сука, высрал, да, порисовал. А это тут надо перспективу рисовать, эти линеи по линейкам, все это. Это вообще... А сделаешь в компьютерной программе, это все выглядеть будет убого. Это еще и... В общем, вообще. И тут вообще, получается, в игре реализм вообще полный. Вообще комикс настоящий. Сука. Блять. Вообще все, как будто он пьяный, вообще тормозит. Разговаривает. Тень какая-то статичная, глючная. Он с деревом, смотрите, перемешался. У него тень от дерева идет. Видите? Сейчас исчезла, сейчас от другого дерева с ним смешалась тень. Ну, это самый лучший Спайдермен, да? Он еще лучше тем, потому что тут не просто один город, да? Обычно сраный вот этот Манхэттен добавляет главный. А тут еще и соседний остров есть, да? И за ним еще есть, да, там где-то квартал, то там самый. Так. Это самый вот крутой Спайдермен. Вот его надо делать продолжение, а не всякое говно это клепать. Сука, что они клепают? Все хуже и хуже, уже блевать охоты. Так. Ага. И даже как прыгает как-то реалистично для Спайдермена. Сука. Так. В общем, вообще, сука, сами видите. Видите, как жоржируют там на долларах, в домах отдельных, в городах живут, аж прям в Нью-Йоркщине. Хотя вот это как раз и есть, да, вот этот вот соседний остров с этим Нью-Йорком. Точнее, Нью-Йорк, но другой остров.
Где самый... Блядь, это на движке игры грендится, пиздец. Блядь, я даже и не поверил, думал, это видеоролик. Оказывается, видите, и тут у него рожа, да? Вся переливается в говне, вся обосранная такая, текстурированная. Дэндиовыми спрайтами. Представляете, какую игру запилили, да? Единственная нормальная, качественная игра, все остальное дерьмо. Даже вот тот Spider-Man 2, который до этого был, где и появилась вся эта свобода. А до этого было все, он там за космос цеплялся, в квадратном ходил в лабиринте. Дерьмище, да? Из дома нельзя было спрыгнуть, там умирал тут же.